15 апреля сотрудники Министерства спорта Омской области приняли участие в общегородском субботнике. В течение часа была очищена большая территория в парке «Зеленый остров». Это очень хороший повод еще раз собраться с коллективом, единиться, выйти на закрепленную территорию, навести порядок. Потому что на самом деле это несложно. Если каждый по чуть-чуть приложит усилия, то наш город станет чище, станет краше. И надо любить свою малую родину и выходить на такие мероприятия. К субботнику присоединились и подведомственное министерство учреждения. Весело, с хорошим настроением, генеральную уборку прилегающих территорий провели сотрудники регионального центра спортивной подготовки, ШОР по художественной гимнастике и других учреждений. Смотрите на людей, то есть люди общаются, люди улыбаются, люди занимаются тем, что им нравится, то есть вот, и на самом деле это есть определенное единство коллектива, то есть не только в рабочие моменты, но и вот и в таких планах. Сегодня все собрались, пришли, вместе отработали, сплотились, красивый город нужен всем, это заряд бодрости не на неделю, на целый год, наверное, так что и энергии полны все. В итоге заметно преобразились более десятка территорий.